Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас в кузовном ремонте находился автомобиль Honda Pilot 2012 года выпуска с повреждениями заднего бампера, заднего крыла и задней правой двери. Ну, как видите, все отремонтировано, все собрано, салон автомобиля. Полностью разбиралась дверь, багажный отсек для проведения ремонта. Все сварочные стыковочные швы мы обработали и загерметизировали. Ну и также попадание в цвет у нас 100%. Есть своя лаборатория по подбору краски. Мы выполняем ремонт любой сложности. На такой ремонт мы потратили 7 дней. Сумма ремонта составит 38 500 рублей. Мы даем гарантию на свою работу 3 года. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по кузовному ремонту автомобиля, звоните, мы всегда на связи, готовы вам помочь. Спасибо за внимание, удачи на дороге.